Сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, яко благословися имя Твое, прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. На престоле херувимский, на жребяке восед нас ради, страсти вон не достигни, слыши детей возглашающих. Осанна народов попиющих, сыне Давиду, ускори спасти, же создал еси, благословение Иисусе на сие, бо пришел еси, да разумеем славу Твою. От юности моя, ноги болят мне страсти, но сон заступи, и спаси, спаси мой, не на нынешнее сего. Срамитесь от Господа, яко дрова в огне, будете сохши, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, святым Духом. Всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлится троическим единством священнотайне. Вон мем премудрость, вон мем прокимен, из уст младенец Иисущих совершил еси хвалу. Из уст младенец Иисущих совершил еси хвалу. Младенец Иисусе совершил еси хвалу, совершил еси хвалу. Господи, помилуй. Нашего святых почивающих Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Да хвалит Господа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Вот мем. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с ней, отвязав, приведите ко мне».
И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется речено через пророка, который говорит: «Скажите чересе Ионовой, все царь твой грядет, тебе кроткий, сидя на ослице молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествуя и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен, грядущего имя Господне, Осанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков и с камней продающих голубей, и говорил им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, воскресающих в храме, говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И оставил их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Слава тебе, Господи, слава тебе, воскресенье. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое многократно, мой меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Ибо беззаконие мое, я сознаю, грех мой всегда предо мною, тебе единому согрешил и лукавый пред очами Твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоему через суе твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот я возлюбил истину в сердце, внутри меня явил мне мудрость твою. Окропи меня, и соплом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Да не услышат радости и веселья, возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое грехов мне, изгладь себе беззаконие мое. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. И дух правый обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего, Духа Твоего Святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, Духа Владычественным, утверди меня, научи в беззаконных путям, ты мне нечестивее к Тебе обратятся. И избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертву ты не желающий дал бы ее к всесожжению, не благоволей жертву Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. На благодетельство, Господи, по благоволению твоему силам воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцо. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Боже наш, сидяй на херувимах, восставив силу Твоего Сына, Господа нашего, Иисуса Христа, да спасет мир крестом и погребением и воскресением Своим. Его же и ныне пришедшие в Иерусалим на вольную страсть, люди, сидящие во тьме и сени смертней, приемши воскресение знамения ветви, древес, ивая финик, воскресение знаменующее Сритоша, сам Владыка и нас, по подражанию оных, пред празднестве сей день, вая и ветви древес в руках носящих соблюди и сохрани. Да якоже они народы и дети, осанна тебе приношаху, и мы такожде в песнях и пениях духовных, животворящие тридневного воскресения, достигнем. В том же Христе Иисусе Господе нашим, с ним же благословен, сисо пресвятым и благотворящим ты в духом ныне присно и во веки веков. Благословляется, освящается, ваисия, благодать Иисуса Духа. Последним воды священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается, ваяся. Благодати Пресвятаго Духа, последним воды священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается, ваяся. Благодати Пресвятаго Духа, последним воды священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Отцу и Сыну и Святому Духу. Православных и не спаси на милости Твоя богатая, молитвами все причисти, Владычице нашей Богородице, Преснодевы Марии, силы и честного Житворящего Христа, предстательство честных небесных сил, бесплотных честного славного пророка Претечи, крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, Ижего святых, отец наших и вселенских великих учителей, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Ижего святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца святых равноапостольных Мефодия Кирилла, учителей славянских, святаго боговерного князя Владимира и блаженной княгини российской, Ольги, Ижего святых отец наших вся России, чудотворцев Михаила, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, Макария, Дмитрия, Митрофана, Тихона, Феодосия, Асафа, Армогена, Петерима, Иннокентия, Иоанна. Ижего святых отец наших святителей Тихона, патриарха Московского исповедника, священномученика Владимира, Киевского, Вениамина, Иосифа, Петроградских, Андроника, Пермского, Гермогена, Тобольского, исповедников Петра Крутицкого, Кирилла Казанского, Агафангера, Лосавского и всех священномучеников и исповедников Церкви Российской, святых славных и добропобедных мучеников, святаго славного, великомученика Победоносца Георгия и святаго великомученика Целителя Пантелеимона, святой великомученицы Варвары, святых благоверных российских князей старцетерпцев Бориса, Глеба и Игоря и святых благоверных старцетерпцев царя-мученика Николая, царицы-мученицы Александры, царевича Алексея, царевны Ольги, Татьяны, Марии Анастасии и всех преподобно-мучениц княгини Елисаветы и княгини Варвары и всех новомучеников российских, преподобных богоносных отец наших Антония и Феодосия Печерских, преподобных богоносных отец наших Сергия Радонежского, Серафима Саровского, старцев Оптинских, Иова Почаевского и преподобных Германа Аляскинского, святых блаженных Ксении Петербургской, святаго священномученика Анфима, епископа Никомедийского, Климента, епископа Анкирского, святых праведных Богу Отец Акиман и всех святых, молим Тебя многомилостиве, Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Человека, любимый и народного Сына Твоего, с ним же благословен Иисус Пресвятым и Благим, настоящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Люди спасли си, поющие молитвы без тебя.
Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Из уст младенец незлобивых и сущих хвалу твоих раб совершилыси. Разрушите супостаты, мстите страстью креста. Падение древнего Адама, древним же воскресите сего. Поющая победную песнь тебе, Господи! Слава тебе, Боже, слава тебе, хваление Церкви преподобной, живущего в Сионе, тебе Христе приносит, а тебе же Израиль Творце Твоем радуется, и горы языцы противообразнее, каменные сердечнее от лица Твоего возвеселившегося, поющий победную песнь тебе, Господи. Слава Твоему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веков, аминь. Четверодневным повелением Твоим из мертвых трепета мать искусти Лазаря, воскресенье будет и крести жизнь, в нем же утвердись, церковь зовущая, осанна благословен, еси гряды. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, воспойте, люди, благолепно в Сионе, и молитву воздаете Христу, в Иерусалиме сам грядет во славе вся область Его. В нем же утвердись от церковь зовущая, сам на благословение все гряды. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты, си Бог наш, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Ветви воспевши прежде, здресы последи, я же Христа Бога, неблагодарнюю день, мыть верою непреложную, присно почитающую, яко благодетеля, выну вопием ему благословение и си гряды Адама воззвати. Чем приедет всего красоты же и славы, несравненно день благолепия в Сионе, тем же всего прием, слава силе Твоей, Господи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, пядью измеривай небо, дланью же землю, Господь приедет в Сион, Бог избрал. Нем же жить и царствовать из воли, и возлюби люди, верного пиющие, слава силе Твоей, Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков, аминь. На гору Сион зыди благовествуй, Иерусалиму проповедуй, крепости вознеси глас, преславная.
Божий.